Всем привет-привет, мои дорогие зрители! Недавно я совершила интернет-покупки на своем любимом сайте Nordstrom, и мне пришла посылка из Америки. Напрямую этот сайт, я уже говорила, не доставляет в страны СНГ и к нам в Казахстан, поэтому я всегда заказываю через компанию-посредника. То есть компания выдает мне американский адрес, к ним все присылают, и потом мне эта компания отправляет посылку. Все это гарантированно, все 100% честно. Они все фотографируют, каждую позицию выкладывают вам фотографию, ваш личный кабинет, вы можете все проверить и еще больше загореться, знаете, желанием получить это. Очень-очень выгодно. Ссылку я на Nordstrom, на продукты, на компанию-посредника оставлю под этим видео. Я не могла просто обойти стороной компанию Bobbi Brown, которая специально к этой весне сделала подарок нам, лимитированную коллекцию, просто очень красивую коллекцию под названием Summer Luxe Collection. Вот такие коробочки. В коллекцию вошли сияющая пудра, Spark Powder, шестицветная палетка, Luxe Eye Palette в сиренево-коричневых оттенках. Это то, что я приобрела. В этой коллекции еще была водостойкая тушь и набор кистей. И, по-моему, еще какой-то чехол такой отдельный продавали, а не под тени. Я выбрала себе хайлайтер и тени. Хайлайтер можно использовать и для лица, и для тела. Тени тоже очень интересные. Ну, сами видите, дизайн обалденно классный, элегантный, серебряный. Посередине очень стильно Bobbi Brown печатными буквами. Этот шрифт очень красивый. Но единственный минус, что, конечно, сразу видно, что если вы заляпаете пальцами, тяжело это оттирается. Но мне все равно. У меня в коллекции нет серебряных оттенков, именно хайлайтера. Есть один единственный от MAC. Он идет в золотом оттенке, а этот серебряный. Я решила его себе купить. Выглядит все это очень красиво. Большое зеркало здесь именно в хайлайтере, большой объем самого хайлайтера. Минус какой? Здесь очень большие присутствуют блесточки. Когда вы смотрите вот так на палетку, то цвет здесь серебристый. Даже не скажешь, что здесь будет просвечиваться какой-то розовый подтон. Когда вы наносите этот хайлайтер на скулы свои, то сразу виден розовый подтон. Они не серебряные, то есть серебряно-розовый подтон, не чисто серебро, как я ожидала. Это, конечно, меня расстроило. Подойдет этот хайлайтер идеально на вечер, в клуб, на какое-то такое мероприятие, на свадьбу, действительно, ради чего выпустили эту коллекцию для невест. В основном одни светлые тени и очень-очень темно-коричневый оттенок. Я почему взяла? Я же не ухожу замуж, я уже, в принципе, замужем. Но мне понравилось, что эти тени можно использовать на каждый день. Повседневный макияж. Здесь не крупные блестки. То есть можно дневной делать макияж, можно вечерний делать при помощи вот этого темного оттенка. Можно растушевывать. Сегодняшний макияж я выполнила при помощи этих продуктов. И я, в принципе, довольна. Можно сделать более интенсивный, можно сделать менее интенсивный. Блесочки здесь не крупные. Мне не хватало таких оттенков серебряных в моей коллекции, и я довольна этой покупкой. Но если прям, знаете, говорить так о необходимости этой палетки, не обязательно покупать эти тени. Только для таких, наверное, как я, ворон, если что-то действительно вам понравилось. Ну, конечно, если бы я это продавалось в моем городе, и я могла бы пощупать, помазать это все в каком-нибудь магазине, я бы не купила эту палетку, потому что в интернете, когда я смотрела, намного все это эффектнее казалось и ярче. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока-пока.